привет! Вы на канале Любовь Белкин. Ребята, вы не догадаетесь, где я. Даже вот и в мыслях нету, где же я нахожусь. А нахожусь я в Париже. У меня отпуск на 2 недели я взяла, потому что в прошлом году не использовала, в этом году. И дали мне этот отпуск, чтобы не пропал он. Вот приехала к детям. Париж меня встретил. Очень-очень тепло. Погода здесь прекрасная. Все цветет. Миндаль цветет. Алыча цветет. Розовые красивые цветы магнолии. Вот вы знаете, цветы нарциссы, виола, тюльпаны. Все очень красиво цветет. Но настоящая прямо вот поздняя весна или даже лето. Очень мне понравилось. Очень все комфортно. Я была уже в Париже, но как-то Катрин тогда была маленькая, я больше с ней была. А сейчас мы уже взрослые, она такая модница, такая прямо вся из себя. Ну и вот мы попутешествовали, пришли домой. Вот сейчас у нас будет обед. Скромный, но со вкусом. Я хочу вам сказать, заходите на мой канал. Сейчас эти 2 недели я буду делать видео коротенькие, длинные, о Париже, о Франции. Я много снимала в дороге, как я летела, как я путешествовала в дороге. Ну, и буду с вами делиться. Так что заходите, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно рекламу, если у вас есть возможность, посмотрите. И еще я хочу сказать, что вы на правильном канале. Всем пока-пока!